Всем привет, с вами Сурлад. Продолжение прохождения по сражениям Стеллинген. И мы начали наш матч против Барселоны. На воротах у них непонятно кто. Защита Пике, Пуйоль, Маскерано, Абидаль. Полузащита Майонелле, Тьяго, Иньеста. Нападение Месси, Фелай, Каримилов. Ну что ж. А ладно, пусть будет эта форма. Поехали. Да, в воротах, конечно, непонятно кто, но нам же лучше. Да, поехали. Мы с Эфилаем развели. И игра понеслась. Пике с мячом, пас на Маскерано. Пожалуй, буду в защите действовать. И не зря. Какой-то бред был только что. Месси с мячом и сейчас будет гол. Нет. Странный пас был с моей стороны, но ладно. Так, отлично. Пасуй, 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 пасуй. Взял, упал зачем-то на задницу один из наших игроков. Ладно. Иньеста. Да что ж творится-то со мной? А Фелай, который в Шальке сейчас. В реальной жизни. Но он в аренде, а сейчас уже не помню какой год, но до аренды он точно вернулся. Так, теперь нужно бежать в атаку быстро. Что-то мне не нравится моя игра. Я записываю уже в другой день, кстати. Поэтому не разыгрался еще. Просто у меня опять с горлом начались проблемы. И не смог продолжить запись в тот же день. Так, пасуй, 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 быстро, быстро. Отлично, и удар, но мимо ворот, к сожалению. Ну, довольно-таки хорошая разыгровочка была. Так, я против Иньесты проиграл. Так. Нет, ничего не выходит. Хочу и комментировать, и играть нормально, но не выходит пока что. Опасно Месси с мячом, поэтому нужно защиту быстро. Фух, к счастью, навес не прошел. Каримилов будет головы подавать. Нету Хави. Это мне удивительно. Но обычно подает все-таки уже Месси. Пике с мячом. Место пробивает на защитника. Отлично. Теперь контратака. Ой-ой. Пасуй, 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 давай. Молодец. Я против Абидаля. Ничего не смог сделать. Да, интересно, интересно, как же все-таки закончится игра. Отлично. Отличнейший гол. Давайте седьмой номер. Я все больше и больше радуюсь мой номер. Смотрим на повтор. От земли. Замечательный гол. Мало какой вратарь сможет отбить такой мяч. Так. Теперь главное не расслабляться. Я, пожалуй, буду в защите действовать почаще. Мяч у Тьяго. Отдает на Маскерано. Нарушение на Маскерано. И сейчас наш игрок получит желтую карту. Да. Родригес. И Маскерано будет как раз таки исполнять штрафной на Афилая. Ничего не вышло, к счастью для нас. И теперь наша атака в разгаре. Я уже уставший, но ничего. Почему-то побежал туда, куда нужно. Не допрыгивая до мяча. Отлично. Нужно было все-таки отдавать пас. Подумал, что вратарь не готов все-таки. Не смог забить. Ну все, сейчас будет свисток, поэтому можно не волноваться. И отдохнуть. Свисток. Блин. Наконец-то. Да, как-то запоздал. Судья со свистком.
Не знаю, смогу ли я сейчас пробежать, но попробую, во всяком случае. Хотя это защита Барселоны. Чтобы что-то вышло, маловероятно. Попытался пробить, но Пуёль заблокировал удар. Пас вроде бы был мне, но... В то же время и не мне. То есть... Любой из нас мог завладеть, точнее, принять этот пас. Нарушение, ну, нарушение было, но не на пенальти. Если бы было нарушение за пределами штрафной, то был бы штрафной точно. Ну, по правилам ПЭС, точнее. В реальной жизни нет, не думаю. Ну, хотя, возможно, все. Смотря какой судья. Так, офилайз матч. Матч, вы чуть не сказал, с мячом. Каримилов. Теперь Тьяго. Сейчас будет опасная атака. Афилай. И гол. Барса сравнивает счет. Обидно, конечно. Хороший гол от Афилая мы видим. Так, и нам нужно все-таки побеждать. Поэтому я бегу. Нападение. Ой-ой-ой. Да, не выходит. Нужно разыграться, как я уже говорил. Так, нарушений не было. Теперь пас. Замечательно. Не удается вообще отдать пас мне. Игроки Барселоны слишком уж быстрые. Тем более я уставший. Так, наша атака. Ребята, давайте. Я вас верю. Пасуй, пасуй, пасуй. Не дотягивай с этим, молодец. И удар. Ловит непонятно кто этот мяч. Не буду пытаться даже произнести, кто это. Так, теперь наша атака. Снова. Так, давай, давай, давай. Нет, не вышло. Пике все-таки повыше меня. И был первым на мяче. Там уже. Так, ничего не выходит пока что. Так, давайте, ребята. Ой, плохая идея. Все, Иньеста выбил. Хотя нет, не все. Нарушение было, но опять же... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас, кажется, нам будет гол. Да, и нам Барселон забивает снова. Каримилов на этот раз отличился. Да, плохо все. Жаль, что нарушили не за пределами штрафной на мне. Так бы гола не было. У меня снова садится волос потихоньку. Какие же длинные ноги у игроков Барселоны. Я просто в шоке. Бускетс появился на поле. Я даже и не заметил этого. Так, и меня заменили. Вместо Месси, кстати, вышел Малец. Ну все, Барселона уже победила. Остается узнать только с каким счетом. Счет там 2-1. Печально, конечно, то, что мы проиграли. Но Барселона сильный клуб. Поэтому Афилай, кстати, лучший игрок матча. А у меня 5-5. А видно, да. Ну ладно. Бывают неудачи. Оказывается, еще то, что я еще больше заболел, поэтому... Реал Мадрид выиграл, кстати, Рая Валикану 1-0. И на ком этом месте? На что? Так, Барселона маловероятно, что догонит Реал, так как игр осталось очень мало. Так, и время для отдыха. Целая неделя для того, чтобы отдохнуть и набрать форму игрокам. И как раз мы будем играть против Рая Валикана. Хм. Так, ну хорошо, хорошо. Мне это не очень интересно. Решил не вызывать. Мне нужен отдых. Там мы же неделю отдыхали. Ну ладно. Странно. Очень странно, но мы победили, к счастью. А Барселона выиграла 3-0 у Сельты.
Реал Мадрид выиграл 2-0 у Реал Соседада. Мы по-прежнему в том месте. Да, плохо, все плохо. Они что, вроде бы это Марокко. Дали мне время отдохнуть перед матчем с Марокко. Возможно. Не знаю, опять ты. Да, но это никак не исправить. Ну а на этом все. Увидимся.